Этот лесной уголок – излюбленное место отдыха жителей поселка Управленческий и приют для конно-спортивного клуба. Вокруг – дубовая роща, свежий воздух. Когда оказываешься здесь, хочется вздохнуть полной грудью. Это сейчас. Несколько лет назад отсюда вывезли 10 камазов мусора. Но люди по старой памяти привыкли выбрасывать отходы в лес. Мусорных контейнеров в поселке не хватает. Те люди, которые могут себе позволить на автомашине вывезти мусор, они вывозят это в городок или куда-то на другие площадки. А тем людям, которые, ну, особенно пожилого возраста, куда им выносить? Рядом с нами вот такая прилегающая, очень хорошая дубовая роща есть. Ну, поэтому люди и пользуются вот дубовой рощей. Ну, во-первых, это лес. Нужно следить за порядком, чтобы было чисто. А некоторые люди просто не понимают этого. То, что в лесу должен быть порядок. Люди сознательные, напротив, стараются поддерживать чистоту. Наряду со взрослыми в лесу убираются и дети. Субботник организовал общественный совет микрорайона. Чтобы приучить местных жителей к порядку, общественники намерены установить здесь больше мусорных контейнеров. Такую просьбу высказали и жители на собрании с общественным советом. И все же чисто там, где не мусорят. Если мы сами не уберем рядом со своим подворьем, если мы не будем любить свое родное место, каким является наш замечательный зеленый Красноглинский район, конечно, он не будет таким красивым, не будет таким чистым и уютным. А нам этого очень хочется. Поэтому и пошли в общественный совет, поэтому такие активные, потому что хочется, чтобы наша земля, наша малая родина, чтобы она расцветала. Такие неравнодушные люди войдут в команду созидания, которая поможет преобразить как отдельные дворы, так и город в целом. Они будут представлять интересы жителей в районных советах депутатов. Выборы пройдут 13 сентября. Дарья Трофимова, Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.